Ведро с водой, тряпки и шампунь с чувством, толком и расстановкой на высоте более 5 метров. Сотрудникам горводзеленхоза не привыкать отмывать великих приходится каждый год. Памятники промываем мы не только к дню рождения. Это начало, как говорит, старт. Пока еще холодно, мы не моем. Как вот начинается тепло, это у нас день рождения Тукая. Это мы отмечаем начало промывки памятника. И делается это все вручную. Городская пыль, смог, птичий помет. За зиму на монументе скопили слои грязи. На промывку уходит порядка 200 литров воды и флаконы шампуня. И такая генеральная чистка пройдет по всей Казани. Столичные службы отмоют около 100 монументов. Ведь чистый памятник – светлая память. Здесь было еще безобразие. Тут какие-то вот недостатки были. Все, он делает все. Это замечательно. Замечательно, потому что Тукай – незабываемый поэт. Это необходимо помнить всех людей. Не обязательно, поэт ли, кто ли он. После, как уборку сделали, приятно ходить по парку. Я вот сюда почти каждый день хожу, и я вижу, что убирается город. Уже завтра вся республика отмечает день рождения поэта традиционно 26 апреля. Памятник Абдуллы Тукая утопает в цветах, а в сквере собираются почитатели его творчества. Алина Брежная, Марат Сайдгараев, ТНВ, Казань.